Добрый день, я Зойкина Татьяна, и сегодня я выполняю задание 21-го дня, которое рекомендовало нам просмотреть 3 своих последних видео и указать, какие улучшения мы бы хотели произвести в наших видео. Первое, что я бы хотела сказать, что это то, что, конечно же, мне хочется улучшить свои видео. Конечно же, мне хочется, чтобы видео были привлекательны и красиво, профессионально сделаны. Но большая часть моих видео – это видео, которые я монтирую из фотографий и видео, снятых где-то в поездках или в каких-то ситуациях. И в настоящее время для монтажа я использую программу iMovie, потому что у меня ноутбук Mac. И здесь в настоящее время я работаю над наложением музыки, над совмещением музыки, видео, и сверху накладывается музыка аудио. И не все у меня получается, к сожалению. Совсем плохо я пока что разобралась с переходами между фотографиями видео и вставками какими-то. И также титры мне не совсем нравятся. Кроме того, у меня не до конца в фильмах, в моих видео, выложенных видео, присутствует везде описание видео, то есть много видео, в которых отсутствуют аннотации хорошие. В общем, работы очень много. Конечно, если в дальнейшем у меня будет хорошо получаться, то я подумаю о покупке камеры. В настоящее время эти видео я снимаю с помощью своего ноутбука, вот как это, или своего айфона, как те, которые я использую вот в тематических видео. Ну, вот, наверное, основные те моменты, которые на данный момент я бы хотела улучшить в своих видео. Спасибо.